Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки, носочки. Витрину прям вам такую разложила здесь на выбор. На размер 38-39 у меня сегодня они будут. Значит, с размером, если размер будет больше, немножечко вот здесь пару рядов добавим. Если размер будет меньше, на пару рядов уменьшим. По ширине я считаю, что они пройдут от 37 до 40-го. Сейчас я их сразу вам замерю. 10 сантиметров у меня они в ширину. Я их примерила на живой манекен 39 размера. Как раз впритык вот они сидели. Не большие, не маленькие. Так, в длину 24. Вот в темном цвете. А на черном цвете еще лучше будет выглядеть. Я сегодня буду вязать на белом, чтобы лучше было видно. Значит, если будете вязать на темном цвете, подбирайте светлые тона. Остатки можно пустить в дело. Если на белом, светлом, то, естественно, какие-то такие поярче, вот светофорчики такие вот, чтобы были. Начну вязать задние части, потом перейду на 5 спиц. Спицы у меня номер 2,5. Можно взять круговые, кому удобно. Значит, если взять пряжу потолще и спицы номер 3, например, соответственно, размер у нас увеличится. Вот. Я вязала, например, вот эти вот. У меня нужна была полнота побольше, чтобы была. Я пятку, заднюю часть связала на спицах номер 3. Вот, ну, немножечко отличия все равно есть. Два варианта, как я закончила. Значит, одни я закончила вот своей бейкой обвязала. Сегодня я буду обвязывать вот такой вот косичкой. Значит, это дело, выбор за вами, как обвязать, закончить. Пряжа у меня акрил 100%, 240 метров в 100 граммах. Так, спицы, как я уже сказала, номер 2,5. Так, все замерила, длину, высоту. В процессе вязания там еще кое-какие детали буду измерять. Ну вот и все, переходим к вязанию. Всем хороших просмотров. На спице номер 2,5 я сейчас наберу 50 петель и провяжу платочной вязкой заднюю часть следочка. Вязать я начну с пяточки. Значит, набираю обычным способом. Вязать буду платочной вязкой все лицевыми петлями. Провяжу нужную высоту 6-6,5 сантиметров где-то. У меня будет 16 полных рядов. Вот если по зубчикам посчитать, будет 16. Провяжу сейчас эту детальку, прямоугольник. Точно замерю его в сантиметрах. Значит, сейчас что делаем? Набираем петли. И далее вяжем все лицевыми. Так, что я сделала? Провязала вот такую вот деталь. Значит, 50 петель у меня было. Высоту я провязала вот по зубчикам посчитать, если 16 зубчиков, и по краям тоже, по крайним петелькам тоже получается 16, соответственно. Так, высоту, что у меня здесь получилось, 6 сантиметров у меня высота, и ширина 16,5 ширина. Теперь сейчас я перейду, буду закрывать пятку, потом скажу, какой я здесь сделала расчет. Значит, на пятку я возьму средних 14 петель и буду закрывать по 2 петельки с каждой стороны. На 14 петлях я буду вязать пятую. Так, теперь у меня было 18 петель. Ой, 18. 50 петель у меня было. По 18 петель будет по краям. 14 у меня будет на пятку. Так, 18 петель я беру на спицу. Нить не обрезаю. Я просто вот так вот перетягиваю ниточку. Так, 15. Ой, 18 петель. Да что со мной сегодня такое? 18-15, все цифры путаю. 18 петель возьму на спицу. 18 петель. Так, теперь 14 петель провязываю лицевыми. И последнюю 14 я буду соединять с петелькой с боковой спицы. 1, 2, 3, 4. Ой. Вяжу 14 петель. 14 буду соединять. Последняя 14 петелька
здесь у меня 18, и здесь 18, 14 петелька, я ее провязываю 2 вместе изнаночной петлей, буду соединять по лицевой стороне, по изнаночной стороне я буду 2 петельки провязывать вместе лицевой петлей. Переходим на изнаночную сторону, опять все вяжем лицевыми, последнюю петельку буду соединять, как я уже сказала, лицевой петлей. Так, по одной закроем все вот эти вот 18 петель до последней. А потом уже будем набирать петельки, вязать дальше. Так, провязываем все лицевыми. Последняя петелька. Лежать. 2 вместе провязываю лицевой по изнаночной стороне. Все. Перешли на лицевую сторону. Опять буду все вязать лицевыми. Крайние петельки провязываю изнаночной. 2 вместе по изнаночной стороне, как я уже показала. 2 вместе лицевой. Вяжем, соединяем вот эти вот все петельки до конца. Закончила я соединять петли пятки. Вот такое вот дело получилось. Так, теперь переходим на боковые стороны. Сейчас будем добирать петельки. В ширину она у меня вот получилась, смотрите, 5,5 сантиметров. 5. Даже 5 вот сюда сюда 5. Угу. Теперь, значит, с каждой стороны я наберу по 16 петель, на пятке у меня 14, и спереди соединим, доберу 14 петель тоже. Так, так, так. Набираю петельки с боковых сторон. Дошли до конца, последняя 16 петелька. Здесь вот в уголок. Так, набрала с боковой стороны. Теперь 14 петель набираю по переду. Хорошо подтянуть, чтобы не было дырочки потом. Ну, это все потом обвяжется еще. Так, 14 петель набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И теперь переходим на вот эту вот боковую часть. И точно так же здесь наберу 16 петель. Так, теперь здесь подтянем. Первую петельку сразу сюда перекину, на эту спицу, чтобы они сильно не разъезжались. Вот, подтянула. И далее. Набираю 16 петель. Набрали 16 петель. Теперь следующий. Все, набрали. Следующий ряд. Один ряд я провяжу по кругу изнаночными петлями. А второй ряд провяжу все лицевыми. И сразу же распределим это все ровненько на 4 петли. Вот смотрите. Ой, на 4 спицы. У нас по пятке 14 петель, сразу серединку находим, 7 петель отсюда, 8 петель со второй спицы, и точно так же по передней части мыска находим серединку и разделим это все, чтобы было все равномерно на 4 спицы. Значит, сдвинем спицы. Так, теперь вяжу дальше, все иду, изнаночный ряд пройду. Сейчас я провяжу здесь 7 петель, и они у меня сразу переброшу их на правую спицу, на предыдущую. 6, 7. Вот серединку нашла. И отсюда начну отсчет.
15 петель, 15 петель, 15. На каждой спице у меня будет по 15 петель. Когда начну вязать узор, я добавлю одну петельку для симметрии. Но к этому я еще дойду, чтобы узор весь совпадал, поэтому я буду добавлять одну петельку. Потом, когда приду к мыску, я эту петельку закрою. Сейчас у меня 60 петель на спицах. Значит, распределяем все равномерно на 4 спицы. И один ряд провяжу изнаночными, один ряд провяжу лицевыми. А потом начну вязать узор. Вяжем. Провязала я один ряд изнаночный, один ряд лицевой. Прикрепляю первый цвет, перехожу к вязанию узора. На начало, где я буду начинать узор, поставила маркер. Теперь дальше я буду вязать вот по такой вот схеме. Можете вот остановить видео, заскриншотить схему. Первые 4 ряда провяжу. С 5 ряда у нас начнется повтор. И по узору будет единственное, что разница, каждый ряд сдвигаться на одну петельку. А так все будет одинаковое. Так что вяжем. Значит, первый ряд узора. Одну петельку провяжу белым цветом, начну с белого. Одна белая, две синим. Пять петель белым цветом. Значит, я вот здесь посередине, как я уже говорила, добавлю сейчас одну петельку, вывяжу еще. Это у меня будет для симметрии. Узор, когда будет сдвигаться, там получается на одну петельку получится меньше. Поэтому я одну петельку добавила. Так, 3, 5 белым провязываем. Одна синим. Одна белым, одна синим. Две белым. Две синим. Дальше у нас идет повтор. Опять 5 петель белым. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Две белым, две синим. Так. Пять петель вяжем белым. Пять. Что у нас далее? Одна синим, одна белым, одна синим. Одна синим. Одна белым. Одна синим. Две петли белым. Две синим. Провязали. И опять у нас сейчас идет повтор. 5 петель белым, 1 синяя, белая, синяя, 2 белым, 2 синим. Повторяем. Так провяжем до конца ряда. 5 белым, 1 синяя, 1 белая, 1 синяя. 2 белым, 2 синим. Далее опять 5 белым,
Одна синяя, одна белая, одна синяя. Две белым. Две синим. Закончили. Опять у нас повтор идет. Пять белым, синяя, белая, синяя. Две белым, две синим. Так, а тут у нас уже конец ряда. Так, 5 белым вяжем теперь. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Остается у меня 3 петли. Следующий у нас, смотрите, идет переход. Сейчас мы будем из двух синих добавлять по краям. Будет у меня 4 синих. Далее в следующем ряду эти петельки будем сдвигать. В общем, переходим сейчас на второй ряд. Там уже дальше будет понятно. Должно остаться между ними 2 петли потом. Так, синяя, белая, синяя провязали. Далее вяжем 2 белых, и следующий у нас начинается новый ряд, второй ряд, провязываем 4 синих. Четыре синих провязали, 3 белым. Три белым провязали. Далее у нас что идет? Синяя, белая, синяя. Здесь мы будем в каждом ряду на одну петельку сдвигать вправо. Вот перед этими двумя петельками провязываем одну, сдвигаем в каждом ряду. Опять мы вяжем одна синяя, одна белая, одна синяя. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Так, далее. 2 белым, 4 синим, 3 белым. Дальше это у нас такая лесенка будет. Сейчас мы ее будем сдвигать вправо. Поэтому по одной петельке синий, белый, синий. Сдвигаем. Один синий, один белый, один синий. Провязали. Так, идем дальше. Надо только в каждом ряду нитку разматывать. Так, теперь что у нас дальше идет? Далее 2 белым. 2 белым провязали. Над синим 4 белым. Ой, 4 синим. Далее 3 белым. 2 петельки мы их сдвигаем. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Далее белый цвет. 2 петли белым. 4 синим. 3 белым цветом. Повтор опять идет. 3 петли белым. Теперь
Одна синяя, одна белая, одна синяя. Одна синяя, одна белая, одна синяя. Так, далее. Две белым. Четыре синим. Что у нас здесь? Ох, нитка у меня как запуталась. После каждого ряда надо разматывать. Так, 4 синим провязали. Далее белым. 3 белым. 1, 2, 3. Далее сдвигаем одну петельку. Синий, белый, синий. Синий, белый, синий. Так, в конце ряда что у нас остается? 3 петли. 3 белым. 1, 2, 3. 3 белым остается. Переходим на третий ряд сейчас. Смотрите. Вот у нас все совпало. Первый, второй мы провязали. Сейчас переходим на третий ряд. Вот у нас здесь идет стык. Стык рядов идет. Как раз у нас получилось 3 белых. Начинаем вязать третий ряд. Опять у нас сейчас будет начинаться он 4 синих. Продолжаем вязать. Третий ряд узора. Продолжаем. 4 синим провяжем. 4 синим. 2 белым. 3. Далее петельки у нас здесь сдвигаются, одна синим, одна белым, одна синим. Одна синим, одна белым, одна синим. Три белым. Далее повтор опять у нас идет. 4 синим. Над синим провязали 4 синим. Далее у нас лесенка из петелек, которые мы сдвигаем. 2 белым. 1 синим, 1 белым, 1 синим. 1 синим. 3 белым. 2 опять 4 синим. Повторяем. 4 синим, 2 белым. Петельку на одну сдвигаем. Синяя, белая, синяя. И идем по кругу. Повторяем точно так же, как мы вязали в начале ряда. Так, довяжем третий ряд самостоятельно до конца. 4 синим. 2 белым. 1 сдвигаем. Синий, белый, синий вяжем. Далее что у нас? 3 белым. И опять 4 синим. 3 белым. 4 синим. Довязываем так до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Такой получается. Довязываем третий ряд до конца, переходим на четвертый ряд. Значит, в конце что у меня здесь остается? Остается 3 петельки и начало ряда, вот четвертая петелька.
четвертый ряд у меня получается 5 петель будет синим, белым. Сейчас довязали ряд до конца. Вот у нас была синяя, белая, синяя. Далее идет 5 петель белым. Две синим, две петли синим. Две белым. Так, далее у нас по узору лесенка. Вот наша, мы ее сдвигаем на одну петельку. Одна синим, одна белым, одна синим. Синюю провязали. Белым, синим. Далее 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель белым. Две синим, средние, средние две петельки синим. Далее опять у нас лесенка, одну петельку сдвигаем, две белым остается. Две белым. Одна синим, одна белым, одна синим. Далее повторяется все у нас. 5 белым опять. Итак, поехали до конца ряда. 5 белым вяжем. 2 синим. 2 лесенка у нас наша идет, 2 белым. Одна синим, одна белым, одна синим. Продолжаем. Далее повтор. 5 петель белым. 2 петли синим. Две белым. Синяя, белая, синяя. Так, довязываем до конца ряда. Синий, белый. Синий. И опять у нас что дальше? 5 петель белым. Довязываем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Не довязала я вот еще несколько петелек до конца. Смотрите, вот у меня последний был синяя, белая, синяя. Значит, сейчас у меня сразу начнется переход на следующий ряд. Первый мы синим цветом закончили, или какой у вас был цвет. 4 ряда отвязала. Теперь вот сразу у меня будет переход. Вот после синей, белой, синей сразу начинается следующий ряд. Мы теперь будем провязывать все заново, только вот 2 белых петельки начнется у нас. Я нитки обрезаю, чтобы не путались клубки, потому что цветов много. Потом я их аккуратненько все запрячу, попрячу. Значит, опять начинаем с
первого ряда получается. Так, где я здесь закончила четвертый ряд? Синий, белый, синий у меня был. Теперь далее 2 белым. Новый цвет подключаем. У меня это темно-желтый. 2 желтым я провяжу. 5 белым. 5. Далее у нас опять вот эта лесенка, только мы теперь будем сдвигать, уже у нас новый цвет идет. Все точно так же продолжается. Вяжем точно так же узор, сдвигаем на одну петельку. Теперь у меня одна желтым, одна белым, одна желтым. Одна желтым, одна белым, одна желтым. Вот какое у меня вот начало, видите? Все совпадает везде. Так, белый, желтый. Желтый, белый, то есть желтый. Сдвинули. Так, далее 2 белым. 2 белым. Повтор. 2 желтым теперь. Точно так же, как с первого ряда вязали. Все точно так же вяжем теперь. Тут самое главное, вот на переходе с одного ряда во второй, вот здесь вот не ошибиться. Так, 2 желтых провязала. Далее белый цвет. 5 белым. 1, 2, 3. Нить я здесь перебрасываю. 4, 5. Что у меня здесь дальше? 4 ряда мы этой лесенки провязали. У нас новый ряд. Это 5 ряд, но я его как первый считаю, потому что новый цвет у меня идет. Теперь у меня желтый, белый, желтый. Ну или какой там у вас цвет будет другой. Так, вяжем до конца ряда. Так, провязали. Теперь опять белый. Что у нас здесь? 2 белым, 2 желтым. Опять на белый цвет переходим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 белым провязали. Опять у нас сдвигается одна петелька. Одна желтым, одна белым, одна желтым. Все, опять идет повтор. Так вяжем до конца ряда. Все. Провязали. Идем до конца ряда. Пришла я в конец ряда. Так, что у меня здесь? На одну петельку сдвинула, лесенку провязала. Теперь далее провязали белым, 2 белым. И что у нас начинается? 2 желтым. Теперь идем, сразу у нас начинается второй ряд. Вот смотрите, я даже еще не перешла в начало ряда. Каждый ряд сейчас будет сдвигаться. И у нас, например, 12 ряд, 10 ряд, они вот здесь вот где-то будут начинаться. Потому что в каждом ряду на одну петельку сдвигается. Так, теперь вот у нас первый ряд, где мы начинали. Новый цвет, 2 желтых. Продолжаем. Второй ряд нового цвета. Что мы здесь делаем? 4 желтым вяжем. 4 петли провязали, 4 желтым провязала. Теперь далее 3 белым. 1, 2, 3. Далее у нас идет, сдвигается одна петелька. Это у нас тут лесенка. Петелька. Не буду я говорить петелька. Всю жизнь я говорила петельки, так и буду говорить. Кому не нравится, можете не слушать. Главное, чтобы вам всем было понятно. Прям вот пишут мне туда гневные комментарии. Я не русская. Так, вяжем. Провязали лесенку, сдвинули на одну петельку. На одну петельку сдвинули. Далее белый цвет опять у нас идет.
вяжем по узору, что у нас дальше идет, 2 белым, 2 белым, теперь над двумя желтыми провязываем 4 желтых, мы вяжем второй ряд узора новым цветом, 4 желтым, все, далее повтор идет, как вязали вот с самого первого ряда. Только единственное, что же в каждом ряду вот эта вот лесенка, как я ее назвала, она будет сдвигаться на одну петельку. И получается, вот как по спирали это все идет. 4 желтым провязала. 1, 2, 3 белым. Теперь что мы опять? Сдвигаем одну петельку. 1 желтый, 1 белый, 1 желтый. Так, довязываем до конца ряда. Вяжем. Довязала ряд до конца. Переходим на следующий ряд. Это у нас желтым получается третий ряд. И опять у нас идет повтор. 4 желтым провязываем. Дальше вяжем по схеме. 2 белым. Сдвигаем петельки, лесенку нашу. Так, закончила я вот здесь. Желтый, белый, желтый. 3 белых. И продолжаем тем же цветом. Все вяжем по схеме. 4 желтым провязала. Далее идем 1, 2 белым. Далее одна петелька смещается у нас. 1 желтый, 1 белый, 1 желтый. И опять белый цвет, 1 белый, 3 белым и опять повтор, 4 желтым и поехали так дальше. Точно так же, как мы вязали в самом начале. Единственное, что в каждом будем менять, после каждого четвертого ряда будем менять цвета. Рисунок будет сдвигаться. Так, надеюсь, это смогла объяснить для тех, кто плохо разбирается. Надеюсь. Так, смотрите, что дальше делаем. Довязываем сейчас, вот у нас был желтый цвет. Довязываем третий ряд. Плавно переходим на четвертый. Меняем цвет. И пошли. Можно цвета какие душе угодно ставить. Теперь провяжем нужную нам длину. Что это у меня получилось? До конца узора. Сейчас я вам в сантиметрах это замеряю. У меня 11 сантиметров сам узор получился. Ну, вместе с мыском это у меня будет 15. Я это дело все померила, как я уже говорила, на 38-39 свободно проходит. На 40-й немножечко можно один ряд в длину добавить. Если размер меньше, то значит вот здесь вот убавить можно. Вот, допустим, вот этот вот узор убавить. И просто белым уже заканчивать. Что я шахрипла. Значит, сейчас что делаем? Вяжем узором нужную нам длину. Я к вам вернусь. Закончим мысок. Вяжем. Закончила я вязать узор. Провязала до середины мизинца. Теперь после узора провязала еще один ряд белым. Теперь буду убавлять петли на мысок. Значит, первые 3 ряда я буду убавлять через ряд. А потом буду убавлять в каждом ряду. Вот так. Буду убавлять, пока у меня на спицах не останется по всего 8 петель. На задней части, на передней 8 петель. Всего 16 по кругу, если. Так, первую петельку провязываю. Следующие 2. Эту перебросила. Провязываю вместе. Далее до конца ряда вяжу все лицевыми. И точно так же убавлю на второй спице в конце ряда. Так, вторая спица. Осталось у меня 3 петельки. 2 петельки провязываю вместе. Последнюю провязываю лицевой. Перешла на переднюю сторону. Точно так же первую провязываю.
Следующие две я убавляю. Все. Также провяжу в конце ряда. Следующий ряд провяжу без убавок. Потом один ряд убавлю, потом без убавок. В общем, так три раза. Один убавлю, один не буду убавлять. Через три ряда буду убавлять в каждом ряду. Так, что сейчас делаем? Вяжем мысок, убавляем петли. Закончила я делать убавки по мыску. Теперь что я сделаю дальше? Нить обрезала. Можно закрыть трикотажным швом. Я выверну вот эти вот спицы наизнанку. И по изнанке закрою это все крючком. Теперь аккуратненько придерживая петельки, чтобы они не убежали, вывожу спицы наизнанку, выверну следок. Две. Теперь вот это вот все выворачиваем. Вывела их наизнанку. По 6 петель у меня, я сказала, по 8. Это у меня по 8 в синих следках, а в этих оказалось по 6. Теперь. Сейчас я это все дело разровняю. Так, все, чтобы тут петельки было ровненько. И по 2 петельки буду соединять. Ну, так, что у нас здесь? Соединяю по 2 петельки. Теперь последнюю здесь закрепим. Все вытащу. Подтянем. Вот такая изнаночка у меня. Так, что у нас здесь получилось? Выворачиваем. Вот такой вот мысочек. Так, теперь что мы будем делать дальше? Сейчас вот эту вот часть наберем на 4 спицы. Пятая буду провязывать белой нитью. Вот задника сразу, серединку нашла. Наберу петельки. Смотрите, я набирала 50 петель в самом начале, и 14 у меня было. Впереди 64 петли должно быть. Я буду сейчас провязывать вот такую вот косичку сделаю. Она из 3 цветов, поэтому количество петель должно у меня делиться на 3. Ее можно связать из 4 цветов. У меня белый, зеленый, красный. Можно еще добавить синий или желтый. 4 цвета сделать. Тогда пусть так и останется 64 петли. Как раз на 4 поделится, да? 64 на 4, там 4, 24 на 4 по 6 делится. Посчитала. Я одну петельку убавлю, оставлю 63 петли, потому что у меня здесь 3 цвета. Значит, сейчас наберу петли по всему верху, провяжу, наберу петли, один ряд провяжу изнаночным. А потом уже буду вязать косичку. Так, один. Вот под двумя дужками набираю петельки. И один ряд провяжем изнаночными. Понятно здесь?
набираем, вяжем. Набрала петли, один ряд провязала все изнаночными, теперь подвязала зеленый и красный цвет. Следующий ряд буду вязать все лицевыми. Чередовать буду цвета красный, белый и зеленый. Одна красным у меня, одна белым, одна зеленым. Так, все идут друг за другом. Провязала. Опять одна красным, одна белым, одна зеленым. Одна красным. Одна белым, одна зеленым. Так, вяжем так, все чередуем цвета. Провяжу так все 4 спицы. Красный, белый, зеленый, красный, белый, зеленый. Зеленый вяжем. Закончила первый ряд. Теперь нити перевела вперед сюда. Далее буду вязать изнаночными. Первая у меня красная. Провязываю ее изнаночной. Теперь следующая белая. Нить буду проводить под нитями, под низом. Под низом провела. Одна белая изнаночная. Следующая зеленая. Зеленая изнаночная. Красная. Так, по одной провяжем все изнаночными. Нить под низу беру. Белая. Зеленая. Красная. Так, вяжем до конца. Провяжем весь полностью все петли. Следующий ряд я буду провязывать, нити буду проводить сверху. Первый я провязывала нити снизу проводила, а сейчас буду сверху перебрасывать. Все вяжу также изнаночными. Красным провязала, белым провязала. Следующая зеленая. Так, вяжу до конца ряда. Так, заканчиваю. Закончила вязку. Красный, белый, зеленый. Красный, белый, зеленый. Все совпало. Теперь ниточки я обрезала. Провяжу сейчас еще 2 ряда. Потом это все закреплю, когда закончу делать полностью обвязку. Здесь подтяну все. Вот все это совпадет. Ай, зачем же я белую нить обрезала? Вот балдану. Далее один ряд белым цветом я провяжу все лицевыми и один ряд провяжу изнаночными, а потом закрою петли. Можно провязать немножечко больше, но я 2 ряда провяжу. Один белым провяжу лицевыми и один изнаночными. Плотненько здесь вяжу, не вытягиваю петли. Ой, надо же, взяла. Вот правильно говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так, вяжем 2 ряда основным цветом.
Провязала я 2 ряда, и последнее, что я делаю, закрываю петли. Петли буду закрывать изнаночными. Вот она так заворачивается, обвязка получается. По 2 петельки вместе провязываю изнаночные. Так, закроем до конца, попрячем, закрепим все хвостики, концы ниток, и все, можно будет носить зимой. Так, все понятно, закрываем петли. Еще раз, 2 вместе, провязала и поехали дальше. Закроем до конца. На сегодня все. Всем спасибо за просмотры. Всем всего хорошего. Всем большого-большого здоровья я желаю. Пока-пока. Увидимся.